Гастроли самого северного государственного театра оперы и балета Республики Саха-Якутия пройдут на сцене Ульяновского драматического театра имени Гончарова в середине сентября. Мы абсолютно сейчас меняем нашу творческую политику. Сегодня в нашем театре пропагандируется политика импортокомпетенции. Я считаю, что только приглашая хореографов, режиссеров, художников, дирижеров из других стран, регионов, мы можем брать от них то лучшее, что есть у них, и давать им то интересное, что есть у нас. Это стало возможным благодаря проекту «Большие гастроли». Ульяновские театралы увидят 3 спектакля, которые обещают удивить даже самых искушенных зрителей. Якутский театр оперы и балета – это крупнейший театр Республики Саха-Якутия. У нас свои производственные цеха, большая балетная труппа, оперная труппа, хор, оркестр симфонический. Собственно, у нас есть все эти мощности для того, чтобы делать большие оперные, балетные спектакли, мюзиклы, оперетты и детские музыкальные спектакли в том числе. Если классический балет «Лебединое озеро» известен каждому, то эксцентрический балет «12 стульев», в котором актеры разговаривают, и зрелищный мюзикл о жизни в Инстаграм «Калейдоскоп иллюзий» станут для ульяновцев настоящим открытием. Если за реализацию балета «12 стульев» отвечала постановочная группа Минского театра «Территория мюзикла», то над мюзиклом о жизни в Инстаграм «Калейдоскоп иллюзий» работали постановщики из Казахстана, Белоруссии, Москвы, Перми и Екатеринбурга. Возглавил их директор и художественный руководитель Якутского театра, режиссер-постановщик данного спектакля Сергей Юнганс. Изюминка нашего театра – это то, что мы являемся самым северным оперным театром мира. Наш театр стоит на сваях. Такого в Ульяновске не видел никто никогда. Совсем недавно про нас снимали фильм «Самый северный балет мира». У нас летом до плюс 50, зимой до минус 50. Это очень экстремально, но очень интересно. Вот то, что вы покажете, я так понимаю, это было поставлено последние 2 года. «Лебединое озеро» – спектакль, который идет уже достаточно давно. Это классика, которая покорила весь мир. «Калейдоскоп иллюзий» и «12 стульев» – это премьера 2021 года. Мы везем сюда огромное количество декораций, световое оборудование, костюмы, реквизиты. С нами едет 2 крупногабаритных фуры. Ну, то есть это полномасштабные спектакли, такие, какие они представлены на нашей стационарной площадке. Эти гастроли обменные и предполагают выступление Ульяновского театра на сцене Якутска. Первый спектакль будет показан 23 сентября. К слову сказать, Ульяновский драматический театр участвует в проекте «Большие гастроли» с 2014 года. Но наши актеры впервые выступят перед якутскими зрителями. Когда мы сделали заявку в Якутию, мы не очень рассчитывали на то, что ее поддержат. Но надо сказать, что откликнулись. Мы вместе с руководством замечательного театра, музыкального, республиканского, очень красивого издания и спектакли. Они привозят, конечно, такие, которые еще мы здесь не видели, но не считая «Лебединого озера». Ну и мы там не были. Учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию в стране, руководители театров отметили, что обе труппы привиты и во время поездок будут соблюдать все меры профилактики коронавирусной инфекции. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.